какашка. Здорово, ты свой там накружишь, блядь, мразь. 60 фунтов. Блядь, может вроде разрешить. Ну чё, Хан, я без БСТ, снимай костюмчик. У меня БСТ валяется где-то далеко. Так что за это можешь не беспокоиться. Алекс уезжает сюда. Не, вот это не. Готов? Давай играем до 34. Первый суицид и поехали. Ой. У меня даже суицидности-то нечем. Зассал, короче. На дуэльку идти. Блять, уедьте на машинах, вы мешаете. Ёлки-палки, подожди, Энд. У нас здесь ПВП с Ханом. Она за этого. С Хантером или с Ханом? С Ханом, у меня с Ханом. Кыни, ну уезжай, Кыни, ты не мешаешь. Она этого валит. Она этого валит. Кир, я лечуюсь. Лаву! Да, там если прилетит этот шняга, ёлки, я не попадаю, пипец. Вообще дичь, давно такого не было. Хан, будь добр, подойди поближе, а то ты очень далеко. Мне-то похер, я прорисовываюсь, но я думаю, интереснее будет, если ты будешь ближе. Саня, дай ему уйти в пляжи. Подойди. Давай, я подожду, конечно, конечно. Лавок! А Хантер, да ладно, забейте на Хантера. Готов? Хан. Сейчас, где ты есть? А я вот, давай еще ближе беги. Давай еще ближе. Еще ближе, да, да. Подбегай, короче, знаешь, вот к этой первой будке, вот к этой вот будке подбегай. Желтенький свой, говорите сразу. Нордол, конечно, свой. И Лорд свой, и Найтмар свой, и Кынин свой, и Энд свой, и Пузика свой, и Марвел свой, и Монтана свой, блядь. Остальных не знаю. Все, давай. Поехали. Блять, глупый, да ёлки-палки. Может кто-нибудь авиафраг запустить, коллеги? Повторяю, Лорд 04 свой. Свой. Не очень хорошо на чувака, у которого 4 нападания. Свой, блять, так видишь. Но он же из Крайма. Ну чё тебе скажу, Хан, неплохо стреляешься. Только ни разу не попал еще, но ничего страшного. Это он еще не злой! Прямо в башку. Сейчас, погоди, я попробую авиафраг запустить. Да? Может, я смогу запустить. Да, о, сейчас, секундочку. О! Ну, вообще прекрасно, Хан. Все, поехали. Ты где? Ну, я если что, возвращайся на линию пляжа. Там, если будет резать далеко, я подожду. Вижу. Да. В рот на, блядь. Да. А ты чё, со шлемом? А, ну ты бы шлем бы снял, я-то без шлема бегаю. Ну ладно, без Тони дальше. Наш, Тони наш вроде, да? Да, Тони Монтана свой. Подожду, извини. Да, погоди. Я тут рядом. Да. Да, убейся. Да. Отлично. Так, я перезайду-ка. Давай. И куда тебя респануло? Я здесь. Да, хочу пожрать. А! Давай, да. Ой! Хедшот, нормально, чё-то нормально. Ла-л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 а. Блять, как туда? Я тоже, слышите, перезайду, ты с сессии не выходи, я хочу. Но мы здесь, да, на меня просто заходите и все, да. Или на пузика. Я всегда с Сашей. Ты еще ко мне заседаешь, и все. Да баба заебала ты передо мной бегать, ёбаный в рот! Чё за чмо пыталась меня сейчас убить своим этим, блядь? Слушай, за радио есть в самолёте, алло. Чё, перезарядочка? Блядь, не успел. 3-4, блядь, 4-0 было, какого хера 3-4? Не убивайся, мы без суицидов играем. В смысле, суицид после эксперта? Нет. Играй честно. Можешь играть, да, честно. У всех одинаковые ХП. Нет. Мы не суицидимся на пляже. Это равные эти шансы. Если ты хорошо играешь, тебе суицид не нужен. Я не об этом. Когда в ПВП, смотри, стреляешься, да, проще суицид делать. Нет, это не я. Еще раз, у нас
PvP на моем канале только такие, самые честные. У нас никто не суицидится. Неважно, топ игрок, не топ игрок. Смотри, он когда появляется, у тебя преимущество есть. Не, знаешь, ну и что? Стоит, а учи стрелять, пузика, ёлки-палки. Почему фаталу не надо это? Почему Сильверу не надо при это? Причем тут стрелять? Я тебе говорю то, что у тебя преимущество в том, что ты знаешь, где он появится. И что, блядь? Ты не у тебя ж... Блядь, объясняю, для тех, кто не умеет так играть. У вас должна быть пушка, браться, автоматически, как только вы появляетесь. А это делается как? Делается на мышке. У меня кнопка на мышке, я появляюсь, у меня сразу оружие в руках, я сразу начинаю стрелять, ты меня хуй попадешь. Что ты взял? Да, но только у тебя, получается, то ты попал в него, у него хп мало, а ты уже... И что? Я нормально играю без вопросов, еще раз. Поэтому у нас... Не, у нас такие PvP, нам это не нужно. Мы ж... Как это? Профессионал! Нам профессионалам это нахуй не надо. Давай подожду. Верда, зайди, а то действительно прячешься за этой хуйней неинтересно. Ты чё, чмо? Давай в лобовую. Ой, чё ты как крыса пугаешь. Я не буду суицидиться, я не суицидный, блядь. Эва Трэшер, я ж не Эва Мусор, блядь, правильно? Я чё, блядь? Вот я, пожалуйста, с куском жизни, вот смотри. Где он? Нахуй мне самоубиваться, если его и так убиваю. Вот и все. Я его просто с одной жизнью просто убиваю три раза. Он тут как бы... Давай, вижу, вижу. Не стреляю. Как бы ж готов, скажешь. Ёв, на машине, ну уедь, но мешаешь реально, блядь. Все, поехали. Давай, красавчик. Всё. Ну чё, Атриум, как у тебя получается там древний лук? Все, он летает, сейчас опять пасти залетит. Да. Пожалуйста, три раза убил с жизнями минимальной. Пожалуйста. Я заметил. Да хуя преимущество. Только он им пользоваться не может. Ой, что такое? Волк убить не можешь совсем. Хедшот. Бедненький, несчастный, а? Вот понимаешь, он сразу бежит, у него оружия нет в руках. Он делает три шага, оружия нет. Он неправильно играет. Уже, поэтому его убивают. А если бы он правильно играл, ну такого не было. Его бы не ловили. А если сейчас бы здесь Quicksilver был бы, его бы вообще просто убивали на респе. И неважно, был бы там этот, как его, самоубийство или не было. Просто парень, ну не умеет играть, ничего страшного. Че, в этом ничего плохого нет. Я ж тоже, блядь, не профессионал, правильно? Есть люди, которые меня просто валят, блядь, на раз. Ой, пассив зашел. Как так-то? Пассив зашел. Хедшот. Ну да, ну да. А ты такой классный, да, в спину убил меня, сейчас отсосал. И пишешь, что сессию ебку. Потому что ты инвалид, понимаешь, ты ничего не можешь. Кто там пиздец, я не понимаю. Ты чё нахуй пиздишь? Ты чурка, чушка. Чё это хуй пиздит опять? Слышь, мудил. Бля, вот этот борщ. 9-1-1 в спину убил меня с миниганом, пока я это костюмчик себе смотрел в магазине. Я его сейчас три раза убил, он пассив зашел. И пишет, что. Ау, ёбки. А три это эти задроты есть тоже такие, блядь. Это, короче, суцы так играют. Ну и все задроты так играют. И спасибо убивать, типа, три раза тебя убил во фримоде, и типа он охуенный. Ну когда приходят, блядь, в этот, нахуй, как его? Да типа он лох ебаный, вообще пиздец ему, нахуй, он вообще лох ебаный. 6-12, ну реально вообще-то должно быть 12-2. Игра почему-то ему набавила 4 очка. Ну ничего страшного, пускай будет такой счет, какой есть. Насрать. Кто здесь Блейзерак поставил? Печенюха? О, печенюха из Руса. Да, я 12-3 делаю, Атриум. Он хотел меня убить просто. Пока что что-то не сильно у него получается. Если перса удалить, тачки куда деваются? Я хуй его знаю. Такой вопрос задал. Куда они исчезают? Все. У тебя все исчезают. Попал. А представляешь, если бы здесь играл фатал, блядь, понял, с перезарядочкой, блядь. Парня вообще бы в ноль уделали. Есть. Нет. Добил. Видишь меня? Стреляй. Или не видишь?
Вижу. Отлично. Ну да, чтобы Тони уедет, ты на линии стрельбы стоишь. Живой? Ава Мария. Да пиздец, просто, бля. Я думал, его подцепил, а он, да, он, наверное, суициднулся. Ну ладно, хочешь суицидься, бог с тобой, если не можешь нормально играть. Я не против. Да блядь! Да что ж такое? Вот что значит давно не играть, блядь. А еще Silent Hill хочет со мной постреляться, сука, блядь, пидор. Так, где то тело? А вы Мария. Где тело? Где тело? Сейчас на вынос пойдет тело. Уебать! Еще раз попал мне, да ладно. Я выжил? С трех раз? Блядь, игра. Но у нас был рекорд 6. Найтмар, что ты там дримми-то наезжаешь? Не, ну можно сейчас на пляж дримми вызвать. Посмотрим, как он на пляже. А, не видишь? Хорошо, жду. А, понял, понял. Ну, Ран, наверное, тебя может и уделать. Поехали. А я не пойму, а чё ты-то доебался? Ты вообще лезешь в разговор, ты вообще знаешь историю-то, нет? Чё ты впрягаешься? Да, ты да, вообще да, твой друг? Да. Найтмар да. Мой друг. Нет. Я его знаю очень давно. Да. Это Уран. Нет, нет, нет. Я имею в виду, вот я с этим борцом да, разговариваю. Да. Почему Найтмар лезет? Нет, нет, нет. А, не знаю. Вот ты лезешь да. В разговор, да? Вот ты не знаешь ничего. Ну и чё? Да. Ну и выиграешь ты ПВП, и чё? Ну и... И что дальше-то будет, вот объясни мне. Вот вы сидите все такие крутые тут, у вас УС такое, а что ты ПВС-то судишь? Объясни мне. Тебе надо судить, как играет человек, а не как, какой у него КД. Да, по КД никто не судит. Слышь, Найтмар, что ты ж... Вот, и что ты ко мне пристал с этим КД? Мне не важно, понимаешь, выиграю я или проиграю. И у меня есть реальная жизнь вообще-то. Я смотрю, Дримми более так ответственно к игре относится. Это раньше, да, я бежал там, убивал с кем-то, за кого срался, а сейчас мне уже до пизда. Да ты там вообще там нахер, блядь, а? Да. Что ты пиплёт дакает, блядь, сука? Умри, блядь! Счёт какой, Хан? А, нет, мы ещё до 34 не дошло. Да, в рот на, блядь! О, 19-18, нормально. Ну, блядь, видишь, есть такие... Вот ты мне объясни, смотри, я чувака убил, он начинает ныть, причем какую-то хуйню несет. Вот объясни мне, зачем? Ну убили его, кто он есть такой-то? Я не помню, он король или, блядь, принц какой-то Зеландии тут, блядь, вот кто он есть такой? Кыни, ну иди-то не мешаешь. Игра изначально создана убивать, грабить, насиловать. В чё он хочет? Он зашел в открытую сессию, чё он ожидает? Да. То, что его никто трогать не будет, что ли, или чё? Вот я его тронул, дальше пускай. Он не смог убить, пускай в пассивку зашел и сидит там, чего он пиздит. Почему он открывает свой рот, я не понимаю. Да. Почему меня, если убивают, я иду убивать в ответ? Да. Почему? Если я не справляюсь, я просто ливаю в сессию и все, мне похрен вообще. Да. Да ты-то что дакаешь на меня, я не пойму. Блять, на Кинин, убери свой корыто, блять! Заебал, блять, ты че тупишь? У нас на линии пляжа... Если ты хочешь вызвать меня на ПВП, пожалуйста, пошли ПВП, да, без проблем. Да. Сука, заебал, да? Хочу. Пойдем поиграем ПВП, не знаю, еще что. Я с радостью пойду поиграть. Ты че издеваешься над людьми, а? Ты вообще дичь какая-то. Да, он тебя просрет в ПВП, я тебе говорю сразу. Нет, Найтмар не просрет. Хуже меня играет. Давай, подбеги поближе, Хан, подожду. Тебя вообще респонул. Я нормально вижу тебя. А, давай, го-го-го-го, поехали, да. Не вопрос. Мне главное, чтобы тебя просто сейчас за брусер может респануть. Да, Кынин, прекращайте, там есть на машине. Я не вижу его из этих клубов дыма, блин. Ёпа. 21-12. Неплохо, неплохо, неплохо. Да. В рот на. Блядь. Нет. Енига, блядь. Сука. Скушай пиццу. О чем Дани сказал? Да. Рот занят был. А, ну да, согласен. Нет! Нет! А может быть да? Тони, я ж просил, никогда. А может быть нет? А может быть да, сука, блядь. А можете ляпаться дать? А ты, блядь, просто сейчас на ротана, блядь, возьмешь и все нахуй. Усё, текай отсюда. Иди сюда, сучка, сейчас я закончу. Да, неприводный танкист. Я тебя жду, блядь.
Танкист! Ты наш, блядь, заднеприводный, ну, блядь! Блядь, ну чё ты стал? Ебать тебя в уши! Блядь, нахуй я пропросил же! Чё происходит вообще? Я человека убиваю, тут не мешают убивать. У меня прям комп новый. Кыни, ты можешь уйти, пожалуйста, блядь? Вообще нахер, а? Уйди с линии пляжа. Блядь, Кынин вообще, по-моему, нихуя не соображает. Не говорит да или нет? Да. Да. Блядь, сука! Сука. Это новое видео будет, блядь. Заебись видосик будет, блядь. Да, да. Так, вот я твой мотоцикл убиваю нахуй, чтобы больше здесь не было, блядь. Вообще-то нет. Вообще-то да. На, сука, гори в аду, блядь. Сейчас, погоди, убей мотоцикл. Все, готов. Ты закипишь. Кто? Тони, блядь, я тебя попросил не ходить здесь. Кто? Куда? В чем? Не знаю, я выиграл. Почти. Я выиграл. Писю соси. Нет. Да. Нет. Да! Что, да? Давай, возвращайся сюда, короче, поближе, да, пошли к острову, Хан, беги поближе к острову. Иду я, иди штаб потом. Тебя, да, начинают резать какую-то жопу. Нет! Да! Я сказал нет! Говорят да, блядь, значит да, пасть закрой, блядь, и сипись нахуй. А если я сказал нет? Да потому что ты, блядь, берешь в рот, блядь, и делаешь миньет. Нет! Ты вообще, блядь, пидор ответ, понял, блядь? Нет, да, пидор ответа. Ну ты еще похрюкай там. Блять, этого делать, увы, я не умею. Отличать тебя. Блять, пиздец, научись снова, блять. Ты чё? Энд, ты чё такой злой вообще? Ну неплохо, неплохо. Бля, вообще в воде. О, попал. Блин. В руку. Это моя гидра была. Была. Да. Сука, перезарядочка. Перезарядился и убил. Изи каточка. Короче, пизда моей гидре. Сорян. Ничего, видос потом пришлю, Хан. Да. В рот на, бля. Нет. Пидор ответ. Нет. Пидор ответ. Интеллектуальное общество с 5 высшими образованиями. Нет. Да. Вообще-то 6. Вообще-то 3, блядь. Не унижай. Я подожди, у меня 2. И сейчас MBA, да? Выше или заднеприводных? У тебя заднеприводный. Блин, я нормально посниму, что такое? Красавчик, красавчик. Дичайшая какая-то дичь, попасть не мог в тело. Ух ты, блядь, больно же было, да? О, давай. Чпокин, Чпокин его. Да нет, там уже Чпокин с его стороны, конечно, не получится. Блять, 16:29. Давай, давай, давай. Оп. Пиздец нахуй. Я умер. О, он выпрыгнул, красавчик. Сейчас я его добью на земле. А ну или дрим. Где там твои ножки? Сейчас мы тебе в писю выстрелим. Перезарядимся и выстрелим в писю. Прикольно. Говори 400, был... меня бесит десятки, ё-моё. Вот это 399, это чувство говно, а что-то пару раз бесит, 99. В рот на! Это 99 рублей, 99 копеек, блядь. Да, где ты левел набил, сука, в этом видео купил? Еще копейки бы там 99 копеек бы рисовали. Да, блядь, что-то. В видео левел набил, блядь. А лучше 99,9 в периоде. Да? То есть нет. GTA или чё? Пидор ответ.
Молча. Это шмот. Бля, попал. Надо же. Ебать, и убил еще к тому. 38. Да что за дичь такая? Поясняй за шмот. Так, надо быстро заканчивать дуэль, а то сейчас будет ночь, вообще нихера не увижу. А может быть ты пояснишь за шмот? Это в скрытой на гидре летает свой, не? Да. Фашист он, фашист. Дедов не уважает. Древних ухов. Древних кого, блядь? Ну, мне пишут, что... Ну, древние ухы. Психопатом убивает... То бишь тебя. Убивая... А я не укр. Вроде никого сейчас еще не укр. Так это, ты ж сам говорил, что ты ненормальный. Я тебе... Тупой, что ли, блядь? Я тебе говорю за игру, а не за реальную. Так, сейчас я подбегу, чтобы видеть тельца. Ага. Бегу. Все, готов, поехали. О, блядь. О, начинается, ну все. Кенни, ну иди, ты мне мешаешь. Твои фары, как бы, его сливают. Не так хреново видно ночью на мониторе. Блять, я вообще утонул, ебаный урод, что такое, блять, вот только вытягай. Блин, чтоб вы обосрались. Да. Ну да. Опять пофиксили глич. Да. В рот на. Если ты еще раз скажешь слово «да», я, блядь, тебя до пассивки буду убью. Да. Сука, пиздатель. Да. Сука, блядь, готовься, нахуй, я тебя буду до вечера. Да. Смотри, как он радуется, смотри, как он радуется, очередно. Он любит просто, когда его в жопу дергает. Сейчас его в жопу и выебет, блин. Я ж нормальный, я ж посторонними предметами. 50-го иного калибров, да? Я ж нормальный, на причинном месте. Блядь, 32-20, да ёлки-палки, что ж такое? Кинг, я твой отец. Ты берешь в рот и идешь нахуй. Где элементы тогда, су? Где элементы? Зачем? А, элементы где, да. И зачем его матери элементы? Я ж не заднеприводный, чтобы давать элементы. Ты тупорылый. Я говорю, я не заднеприводный. Кто тебе сказал? Кто тебе это, блядь, я сам в ответе за себя. Кто тебе это нашептал? Спать нахуй. Я себе начал убивать. Прям удивительно. Раз, два, три, четыре, пять. Дам я ляпас. Вот это Тони Монтана свой. 70. Тони Версетти. Рили. Тони Монтана. А еще Версетти. Цифры, по-моему, да, в конце идут? Это свой. Монтана свой? Да. Сейчас Версетти я... который. Да, да. Нет, Тони Монтана, 79-й армии свой. Бля. Который Версетти, короче. Да, что-то много я тебе сегодня подарил киллов, как минимум штук 8. Ну ладно. Да. В рот, на. Или нет. Или нет. Пидор отъел. Или да. Тебе или помочь нет. Там этот? Кто там? Или да. А, Серега, тебе помочь? Я могу... Да. Тут это танк, короче, мне. В пассивке скрытный. Денчику 99 какой-то. А может быть забудем свой и сбежим. 25-33, да как так-то, блядь? Последнее очко осталось, блин, сделать, елки-палки. Здесь танк в пассиве, короче. Оо, блядь, я нихуя не вижу. А может быть забудем все и сбежим, одна что-то там, и одна только жизнь. Вижу нихуя. Бля, разозлился. Бойка, фас! Вот, ладно, бойки нет. Тогда Алекс. Да что ж такое? Чё? Да, все. Квелли, помощь нужна. Убей, Норби. 147. Это свой. Он фашист. Дедов не уважает.
заткнись. В смысле, это свой? Как это? Норба свой. Хан со спасибки вышел, вольните-ка его. Ну чё, неплохо, Хан, неплохо. Какой там счет был? Дрим, ты рядом с танком летишь. 34-25. Ну да, неплохо, неплохо. Норм, чё? Ну, говорю, под ночь уже, да, мне херово видно, блядь. Тут... Да, не сделаешь, такое бывает. Да. В рот на. Спасибо.